турнира, это же все-таки дивизион РЭС, то есть как бы летний. И продлится он до конца августа. 77 билов. Кирпич. Кадышев. Алюбина. Второй синий. Ну, не сумел он выловить. Попробуй так раз 15. Раньше нормально все было, а сейчас обновление какое-то вышло. Абрав разыгрывает мяч. Перехвати. 77 белый. Игроки мишек. Дмитрий на Таврова. У Мишек вышел на паркет 59 номер, найдет Никита. Забил. 21 номером Евгений. Три секунды Бакеев стоял в краске и нарушение правил фиксирует судья. Атака в отбег. Бакеев отдал. Да, Тавров. Матриве. Два очка, есть такое дело. Снова Тавров. Два штрафных. Семь серверов есть. Виктор. Классный 12 счет в пользу Team Team. White Bears отстают на 8 очков. Степан, Бакетин, состав очень сильный и конкурентоспособный, главное, 10 очков горят пока. Такую сильную команду, если мало кто умеет завершать в трудные моменты. Тавров готовится выйти на скамейку, на площадку. Ух ты! Очень интересно для ресторанцев. Правильно говорить фамилии. Но тем не менее, это очень важно для меня. Для... Некоторые люди не умеют относиться к корабельникам. Залез внутри защитников и за ней персональных. На линию штрафных Артем становится. Два штрафных броска. Красиво. Чель. Кольцо Артем. Дали технические скамейки Team Team. Степанов не забивает технический штрафной бросок. Навалеева, прекрасный заброс. Найдюк Никита. 60, Найдюк. 14, плюс 14.
у White Bears надо что-то менять в и атаке, и защите, потому что позиционно они не умеют. Так. Один синий, два мимо. Арюпин. Прекрасная передача отдал нам. Пять синий потери. Плохая передача. Вот. Бросал. Степана полукругом. Ничего себе. Денис. У них их больше не Макс, давай попшикай. Валеев, Татаврова, Рябцев. 2 очка есть. Не успели бы вынести мяч. Прекрасная передача на Самараковского. До 3 мимо. Трехочковой линии. Бросал. Самараковский. Тем временем бросал. Уклонение. Понимает, что у него сегодня выдающийся матч. Он очень круто играет на обеих половинах площадки. На 77. Странное решение. Статистический. Не знаю. 23 на 18. Крюков! Прекрасный реверс лэп завершает. Синих 5 на 21. Проблемы с трансляцией, но в итоге мы вернулись, как только вернулся.
Артем. 7-7-3. От Дмитрия 14 номера, но это не страшно, ведь у них у Тим-Тим хорошее преимущество. Напоминаю, кстати. Рябцев тем временем. Очередной защитой Валеев. Два. Эрлан. Синий 5, пятый персональный фол, замена. Кадышев садится на скамейку и уже больше не выйдет. Туда. Давай, давай, лей! Коробейников, три. Но Рябцев на подборе, два очка.